самый результат. Ты же сказал, что ты умеешь этим пользоваться. Не пойми, который. Я все говорю, как пещерные люди с палочками, так и она переворачивается. Посмотрит, подумает, выкинет, переворит, а не пять раз уезжает. Ты пытаешься баланс настроить, да? Да. А он был настроен под мой вообще телефон. Я знаю. Я бы давно наблюдаю, мне очень нравится. Чпок. Все, короче, я сдаюсь. Кажется, эта штука так и будет лежать. Гатил, надо взять, Гатилов умеет. Он вернет и посмотрит, чпок. Вот где-то так наши предки изучали это. Колесо, да? И сидит Юра, пытается быть серьезным. Юра долго смотрел на место, где до этого сидела елка, поэтому все нормально. Юра далек до серьезности. Он зашел, втыкал в полочку, на которой сидела елочка. Да-да-да, Юра, та самая полочка, которая полчаса назад сидела елочка. У тебя шарик классный. Откуда он у тебя? Какой? С птичками внутри. Мне подарили. А кто? Мне подарили на одной из встреч с елкой. Я не могу тебе сказать, кто, Ксюша, это сложно. Нет, я... Люди, подписчики. Ну, понятно, прикольно, откуда такие, вообще классные. Ну, можно... Сама идея прикольная. Угу. Ну, тяжеленький. Да, увесистый. То есть на елочку его вешать сложно. Не болю, Артём. Мне вон тот шарик нравится, смотри, вон там висит, видишь? Вот на... Вот это? Да. Ну, это как старые советские, такие, как бы, да, классные игрушки. Они сейчас стоят до хрилион денег. Я тебя поймала. Можно метлу достать? Не надо. Какую? Она без метлища, это черенок. А метлища в комнате. И вон там еще такая же есть, да? Я видел. Что, метла? Вот такая штука. Клюшка. В комнате. Не, вот это вот просто палка, посох. Вот. А, нет, метла вот она торчит. А сама метла, она вон она торчит. Мне ее надо куда-нибудь подвесить и прицепить вот это Remove Before Fly. Это классная. Да. Тебе метла нужна? Нет. Не, конечно, ты к ней можешь руль от велика приделать, если душ. Мне нужно вот это приделать, но я не знаю, куда ее прибить, эту метлу, она длинная. Ты же знаешь Юлю Шапира? Из Вендетты, которая старшая. Да, 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 да. У нее на багажнике она крышка. Да. Метла с рулем и стильем. Тебе туда зачем? Тебе постелить ее, что ли, туда? Ёль. Давай постелим. Давай. Я тебе помогу. Вот, смотри. Ай. Ты ее в какашке. Блин. Надо еще... Кто вот это вот сделал? М? Потом ее постираем. Давай. На, держи. Давай, давай, давай. Да не угу. Давай, залезай. Не хочешь? Прыгай туда. Да. Мурлок нет. Мурлок, ты в Питер собрался? Че это тебе там привезли? Лапка, лапка. Мурлок, рано упаковываешься.
Нет.